15 новых интересных изменений, которые мы увидим в Minecraft 1.20. Новый биом, название которого «Вишня в цвету», добавят в Minecraft. И вместе с ним добавят розовое дерево. А уже из него добавили кучу классных крафтов, включая лодку. Лодка выглядит правда классно. Также биом содержит в себе вишневую листву и розовые лепестки. Это цветы, которые можно дюпать с помощью костной муки. В общем, я считаю, что биом шикарный, но ему только не хватает белой воды. Розовое дерево — это классно, но это ничто по сравнению со следующими изменениями. Сейчас всего 5 голов мобов в игре, но в версии 1.20 их будет 6. В снапшоте 1.20 голову Пиглина добавили в игру. Я не уверен в том, как именно получить эту голову. Бытует миф, что нужно взорвать заряженного крипера около Пиглина, чтобы получить ее. Вы можете подумать, что голова Пиглина может скрыть вас от пиглинов, и можно прикинуться своим, но это так не работает, и пиглины все равно вас спалят. Это не единственное изменение с головами мобов, которые мы увидим. Следующее изменение тоже классное. Если вы знаете, как работают нотные блоки, но вдруг кто-то не знает. Разные блоки, находящиеся под нотным блоком, изменяют его воспроизводимый звук. Но теперь вы можете поставить голову моба на нотный блок, и он воспроизведет звук этого моба. Так можно делать с каждой головой, даже с головой игрока. Я шучу, ладно, это смешно. Ну, мне показалось так, точнее. Одно из самых больших обновлений — это новое археологическое обновление. И чтобы заняться археологией, нужно использовать щетку на подозрительный песок. Из него ничего нельзя получить, если найти его просто так в мире. Только если подозрительный песок находится в пустынном колодце или же в пустынной пирамиде. Тогда уже можно выкопать классный дроп. В пустынной пирамиде вы можете найти керамические осколки, алмазы, эмеральды, порох и динамит. В то же время в пустынном колодце тоже можно найти керамические осколки и эмеральды, также кирпич, палки и подозрительное рагу. К сожалению, там нет алмазов, но в обеих этих постройках также можно найти яйцо нюхача, но к этому чуть-чуть позже. В обновлении 4 разных керамических осколка, которые можно найти. Их можно использовать для крафта украшенного горшка. Но Конвольд, что же такое украшенный горшок? На самом деле я тоже в недоумении и не понимаю, что это за новая штука. Обычно его версию можно скрафтить таким образом. Но если вы хотите крутые рисунки по бокам, то можно заменить в крафте кирпич на керамические осколки. И когда вы поставите этот горшок, он не будет выглядеть так нудно. Также можно сделать его со всех сторон разным, используя все керамические осколки для крафта. Но остается главный вопрос. Для чего же этот горшок? Я сам без понятия. Теперь перейдем к новому мобу Нюхачу, победителю Minecraft Live 2022. Нюхача можно вырастить из яйца, которое падает с подозрительного песка. Но этого еще нет в игре, поэтому, к сожалению, не смогу я этого вам показать. Зато я могу вам показать шикарные анимации этого существа. Он может нюхать, может еще нюхать, и также он может еще нюхать. А еще он может ложиться на живот и искать семена в земле. Это классно. Нюхач — это пассивный моб, который сейчас только нюхает и ищет в земле семена. Но вы также можете кататься на нюхаче. Но только жаль, что это неправда, и я вас забайтил. Это новая фишка, команда, с помощью которой можно кататься на любом мобе. То, что нюхач вынюхивает и выкапывает из-под земли, называется семена цветка факела. С помощью этих семян можно размножать нюхачей. И вот как выглядит маленький нюхач. Из этих семян вырастает цветок факела. Используется просто для декоратива. А вообще это один из самых красивых цветков в игре. Но это даже близко не самые лучшие изменения в этом видео. И еще один новый моб, который присоединится к нам в Майнкрафте 1.20. И это не Варданакула. Это верблюд. Обычный моб, добавленный из жизни. Верблюд — это пассивный моб, которого можно обнаружить у пустынных жителей. С помощью седла можно передвигаться на верблюде. Но самое классное — это то, что два игрока одновременно могут передвигаться на нем, прямо как на лодке. А еще он подходит к моему лицу. Также верблюд защищает от враждебных мобов, и он очень хорошо выполняет эту работу. И можно их размножать, используя кактус, что очень интересно. Интересно еще, например, то, что кактус меня дамажит, но я могу держать его в руке. А еще верблюд может заряжать прыжок. Похоже, будто я зашел в Fortnite. Подведем итоги. Верблюд выглядит каким-то очень сильным мобом. Но вы знаете, что на самом деле можно назвать очень сильным? Это незеритовая броня. Незерит ждет очень большие изменения в 1.20. Вместо того, чтобы просто улучшить броню с помощью слитка, теперь нужно использовать еще и кузнечный шаблон. Его можно найти в развалинах бастиона, и можно дублировать его вот таким рецептом. Я считаю, что для серверов такое обновление точно не подойдет. Это очень сильно ограничивает игроков. Но все-таки будет одно изменение, которое классно скажется для серверов в Minecraft 1.20. Это новые декоративные кузнечные шаблоны. Их можно найти
найти в разных структурах и комбинировать их с броней и ресурсами для получения классного дизайна брони. Всего слишком много различных вариантов брони, но я покажу три классных, которые я нашел. Еще можно дублировать шаблоны вот таким рецептом. Я считаю, что это обновление с кастомизацией брони очень классное. Давно нужно было сделать какое-то разнообразие. Надеюсь, что в будущем нас порадуют еще большими вариантами. Несмотря на то, как это классно, это не самое лучшее обновление видео. Мы уже говорили про розовое дерево, но также есть еще одно, которое будет добавлено в обновлении. Теперь можно скрафтить блок бамбука, а из него можно получить две бамбуковые доски. Это все, что можно скрафтить с помощью бамбуковых досок. Все то же самое, что и с розовым деревом, кроме бамбуковой мозаики. Бамбуковую мозаику можно скрафтить с помощью двух бамбуковых плит. Также можно их переделать обратно в плиты и сделать из них бамбуковые ступеньки. Честно, не сказал бы, что блок выглядит круто и что я бы его вообще использовал. А вот штука, которую я действительно буду использовать, это бамбуковый плот. Это как обычная лодка, но моделька плота. Единственное отличие, это то, что нет стен, как у лодки. Также есть плот с сундуком. Следующее изменение, это подвесные таблички. Их можно скрафтить, используя любое дерево. И как вы могли догадаться, на них можно писать. Они могут быть закреплены сбоку блока, либо же висеть на нем. Но единственный минус, это то, что размер текста, который помещается на нем, меньше, чем у обычной таблички. Допустим, слово «подпишись» не помещается, но ты все равно подпишись. Еще один новый блок, который добавят в 1.20, резная книжная полка. Наверное, вы об этом даже не думали, но этот блок предназначен для хранения книг. Но самое классное, что в него можно класть зачарованные и подписанные книги. Всего тут 6 слотов для книг. В сравнении с обычной книжной полкой выглядит классно, который используется лишь для стола зачарования. Вот такой крафт у резной книжной полки. А еще и можно переплавить 1,5 предмета в печке. Не знаю, зачем нам эта информация, но Википедия решила, что нам нужно это знать. Также можно наполнять этот блок книгами с помощью раздатчика и воронки. И вообще можно создать очень классную библиотеку. В обновлении 1.20 мы увидели очень много классных изменений. Интересно, какие изменения нас ждут в будущем. Надеюсь, что видео было для тебя полезным и информативным. Ставь лайк и подписывайся на канал.